В США у самолета взорвался двигатель прямо во время полета. Лайнер следовал из Нового Орлеана в Орландо. На борту было 104 человека. В какой-то момент раздался громкий хлопок, а затем на глазах у пассажиров начали отваливаться детали самолета. Над сиденьями появились кислородные маски. Капитан принял решение о срочной посадке в ближайшем аэропорту. В итоге все завершилось благополучно. Приземлились в городке Пенсаколо. Никто не пострадал.